Станица Убинской строит первую спортивную площадку. Осуществимо это стало благодаря участию в краевом проекте под названием «Инициативное бюджетирование». Под замысловатым названием вполне прозрачная схема. Жители любого поселения Кубани могут представить свой проект по благоустройству на суд жюри. И если этот проект сочтут удачным и необходимым, на его реализацию выделят деньги из краевой казны. Азовское сельское поселение участвует практически каждый год и второй раз подряд становится победителем. В прошлом году нами удалось в рамках этого проекта заменить плитку в сквере станицы Азовской, сделать там, доставить малоархитектурные формы, посадить цветы. В этом проекте приняло активное участие Азовское хуторское казачье общество. Они, ребята наши казаки, смогли своими силами демонтировать старую плитку. И, соответственно, мы на эту сумму, вычеркнув ее из сметы, смогли увеличить количество малых архитектурных форм. В этом же году заявку подали на Убинскую. Победили, получили деньги, чуть более 1 000 000 рублей, приступили к работам. В конечном итоге под сенью многолетних деревьев местного парка в уютной станице с численностью населения около 500 человек откроется современная стритбольная площадка с турниками и тренажерами. А Убинка вообще маленькая станица, да, ну и там это, конечно, целое событие. На территории сквера будет, кроме детской площадки, еще и спортивная площадка. Будем стараться и дальше принимать участие во всех государственных программах. И особенно спасибо инициативному бюджетированию, где не привлекаются средства поселения. Для посетителей новый спортивный объект откроется ориентировочно через неделю.